Ты вообще откуда узнала про эту книгу? Я не помню, я просто смотрю интервью, и там рекомендуют постоянно какие-то книги или фильмы, и я беру на заметку. Может быть, это тоже. Не помню, честно, это было год назад. Ну, ты одна только прочитала, или у тебя окружение кто-то прочитал? Мы вместе. Мы вместе читали. Ну, все. Ну, я аудио начала слушать. Потом я поняла, что нужно будет бумажную взять, потому что аудио озвучка не очень. Поэтому. Я не пишу.